Добрый день, уважаемые друзья, с вами Алексей Белый, в этот замечательный теплый майский день. И сегодня хочу вам показать наше изделие. Это электрическая печь для бани Белокаменка. Вот, мы всегда последовательны и концептуальны. Наши печи особо прочной конструкции. Данная печка выполнена полностью из нержавеющей стали. У нее установлены тены, их много. У нее 24 киловатта мощности, но она такая и нужна заказчику. И очень оригинальной формы. Собственно говоря, мы делаем не только дровяные печи, но и электрические печи. И кроме этого, у нас есть даже электрические парогенераторы. В общем, вся информация у нас на сайте. А сейчас давайте посмотрим, что же из себя представляет печка Белокаменка. Ну вот, смотрите. Это такая уникальная конструкция и форма. Такой формы ни у кого нет. Вот, по центру идет такая вот надпись Белокаменка. Вот. В ней установлено 8 по 3 киловатта мощности, вся будет засыпана малиновым кварцитом. Вот. Печка полностью выполнена из нержавейки. Вот. Опорные ножки регулировочные, то есть выставить. Снизу большой короб, в котором находится электротехническая часть. Она спрятана, получается, от потребителя. И печка поэтому очень-очень безопасна и особо-особо прочной конструкции. Вот такая вот форма. Вот такой вот дизайн. Собственно говоря, мы стараемся делать то, чего не делает никто, но при этом делает уникально и хорошо.